Всем привет! Я рада вас приветствовать на своем YouTube-канале «Обо всем понемногу с Натальей». Сегодня у нас 31 июля 2021 год. Я продолжаю дегустацию томатов и параллельно собираю с них семена. Значит, только что я произвела дегустацию томата Батяня. И сейчас я буду дегустировать Вову Путина. Это крупноплодный томат. Красного цвета плоды у него, он круглоплоской формы, вот такой вот. О том, как он растет на кусту, я, значит, в видео ссылку прикреплю к этому видео. У меня уже есть на канале обзор. Ну и теперь давайте разрежем. Значит, я еще забыла сказать, что у Батяни вес 230, практически 240 у плодов, которые я завешала, а у Вовы Путина вот этот плод у меня на 285 грамм, а этот на 230 грамм вытянул. Так что, ну, примерно они все в районе 300 грамм. Ну, и хотя есть у меня Вова Путин и Батяня выше кисти, там уже крупнее плоды. Ну, а теперь давайте разрезать. Сама пробую его впервые, еще его не кушала. Ну, вот такой вот. В любом случае, конечно, у него есть семена, но их не настолько много, чтобы это доставляло какие-то хлопоты при поедании. Кожица тоже тонкая, легко отходит. Она практически у всех крупноплодных легко отходит. Так, и теперь давайте я попробую. Семена уберем. Семена у него меленькие, мельче, чем у Батяни, у Пудовика тоже крупнее. Кислинки вообще нет. Помидорный вкус. Но, знаете, не такой маслянистый, как вот у Батяни вкус. Но вкусные они. То есть, если у Батяни прям тает во рту, то у Вовы Путина... Ой, не давится, сейчас я надрежу. Но вкусный, такой насыщенный, помидорный вкус. Вот она. Ну, а другого и не стоит ожидать от крупноплодных томатов. Конечно же, это сахаристая, арбузная мякоть. По-другому и быть не может. Вот этот больше вызрел, этот более сладкий. И хотела еще показать вам вот такой вот разрез у него, чтобы вы посмотрели. Видите, не очень много семян. Если даже и семенные камеры есть, то их... В них немного. И они вот здесь вот по краешку, а в середине вот она мякоть. То эти белые прожилки как раз свидетельствуют о том, что он очень сладкий. Плодоножка, все уже заговариваюсь, она, видите, не прорастает вглубь. Она вот здесь у основания, что тоже очень даже хорошо. Вкус мне томата понравился, урожайность вообще зашкаливает. Поэтому... Мне он понравился, я буду выращивать его на следующий год. Каждый принимает решение сам, вы тоже смотрите. А на этом я с вами попрощаюсь. До новых встреч, до новых видео. Всего вам доброго.